Нападение Путина на Украину станет последней технологической войной для России. Судя по всему, что план Кремля демилитаризировать нашу страну за 48 часов закончится демилитаризацией самой России. И этот процесс уже начался. Сегодня вторая армия в мире уже стала первой по размеру боевых потерь во время войны. Уничтоженный арсенал русских войск превышает численность армии некоторых европейских стран. Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Да, нас уверяют, что потеря 600 танков могла бы стать катастрофой, к примеру, для Франции, но никак не для России. Ведь на вооружении у Путина числится не менее 12 тысяч панцерников. Но эти данные всего лишь на бумаге. В действительности на вооружении в России боевых машин на порядок меньше. Вспомните, как через месяц от вторжения оккупанты взялись расконсервировать советские танки со складов. Тогда же оказалось, что в 4-й танковой дивизии из 10 расконсервированных танков только один оказался на ходу. Остальные полностью разукомплектованы. В танках не было оптических устройств, электроники, а в некоторых не отыскали даже движков. Это данные украинской разведки, которую россияне не опровергли. Умолчали в Кремле и о самоубийстве одного из командиров 4-й танковой дивизии русской армии. И открыть склад мало. Представьте гараж, в котором ваша машина простояла лет так 20. Что-то проржавело, аккумулятор сдох, употнители посыпались, а провода закоротило. Танки, которые пылились не одно десятилетие, требуют ремонта и модернизации. И тут начинаются проблемы. Ведь санкции стали ударом для заводов, которые эти танки и ремонтируют. Остановку Уралвагонзавода в России сначала отрицали, но впоследствии признали нехватку некоторых импортных составляющих и подтвердили, работников отправлено в отпуск. Внимание еще раз, такой завод в отпуске во время войны – полный абсурд. Под санкционным ударом и производство ракет. Пугалки Кремля, ракеты «Кинжал» или «Калибр» могут отойти на свалку истории. Главная составляющая – электронный процессор для автоматического управления огнем. Ранее в России рапортовали, что сумели наладить производство 3 линеек отечественных процессоров. Вот только чипы для этих моделей поставлял Тайвань. И с началом полномасштабного вторжения там отказались от сотрудничества с агрессором. Быстро заменить сверхточные микросхемы у России не получится. Производителей микросхем по всему миру уже предостерегли. Сотрудничество с Кремлем моментально выливается в экономический бан. Такую опцию, как производство собственных микросхем в России, мы даже не рассматриваем. Дело не только в том, что для этого нужны специалисты и мощности. В первую очередь для этого нужны деньги. А еще до войны в Кремле отступили от расширения космической программы, официально признав, что в стране не хватает импортных деталей. Под ударом санкций производство грузовиков и тягачей. В российском КАМАЗе уже подтвердили, что сокращают производство на 40%. А это прямой удар по распиаренным зенитно-пушечным комплексам «Панцирь-С», которые базируются на платформе КАМАЗа. Значительная часть оборудования – импорт. Американский двигатель, немецкая коробка передач и топливная система. И это мы еще не говорим о прекращении поставок французских тепловизоров, которыми россияне модернизируют свои танки и самолеты. Все это не значит, что теперь военно-промышленный комплекс России исчез как таковой и у Путина не будет оружия. Вы знаете, ну, я понимаю, это боль такая, рана кровоточащая. Аналитики не подвергают сомнению, что Россия наращивала запасы иностранных комплектующих. Но как надолго их хватит? И предполагали ли в Москве, что речь будет идти о настолько широком списке запрещенных товаров и услуг? Ведь железо без программного обеспечения мертво. А судя по планам Кремля повесить над украинской столицей российский флаг уже через 48 часов, то стратегии запастись всем явно не было. Поэтому полная демилитаризация России – это вопрос времени. Сначала остановка ВПК, и речь идет не о годах, а о месяцах или даже неделях. А затем технологический упадок. Уверен, что Россия больше не сможет занимать второе место в мировом рейтинге торговцев оружия. Надеюсь, топ-10 они вылетят уже в этом году. Евгений Куксин для телеканала Freedom.